годы ждем вас на открытии новогодней елки. Начнется она такой своеобразной заморозки, как бы зимней города, и зажжением красавицы елочки нашей на площади. И с этого момента зимняя сказка, говорит, надолго задержится в городе и пойдут новогодние праздники для детей и взрослых и различные мероприятия. С 25 декабря откроется волшебная резиденция в Харьковском муниципальном культурном центре и будет принимать юных посетителей с 12 до 18 ежедневно до 7 января. Волшебная резиденция Деда Мороза, значит, тут, пожалуйста, не забывайте, я хочу обратить внимание родителей, что резиденцию могут посетить только при наличии документов, предусмотренных постановлением Кабинета министров Украины об усилении карантина. По-другому в резиденцию попасть невозможно будет. Резиденция готовится, и Дедушка Мороз, я надеюсь, что примет всех желающих детей. Мы решили вот так вот соединить фэнтези-парк, который находится, а вход в резиденцию Дедушки Мороза в фэнтези-парке будет осуществляться, и дети смогут посетить инсталляции световые и просто красивые инсталляции, которые там будут находиться, и зайти в резиденцию Дедушки Мороза. Ну и, как я уже сказал, фэнтези-парк — это невероятно волшебная локация, ждет харьковчан во время школьных каникул. С 25 декабря засияют новогодние огни, волшебные инсталляции, сказочные фотозоны и ежедневно настоящий фейерверк развлечений на любой вкус для детей и взрослых ждет вас в фэнтези-парке. И каждые выходные во время школьных каникул сказочное шоу в фэнтези-парке. Ну а 31 декабря в 23 часа харьковчане вместе могут встретить Новый год на площади Свободы. Любимые харьковские исполнители, драйвовое диско и карнавальное шоу с участием зимнего волшебника ждут вас. Приходите.